Добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в эфире канал Максимадзе, так скажем. И я его ведущий, Максим Артемов. И сегодня у нас продолжается GTA 5. Мне тут вчера один друг помог раздобыть лицензионную версию GTA. И теперь я могу и в GTA Online без проблем играть. Так, тут у нас в шкафу сопа, похоже на тайт. Такой вот здесь дом. У нас кухонка, шкафчик, столик, телевизор такой, спаленка, здесь ванна с аптечкой. Еще одна спальня. В общем, домик весьма уютный. Мне нравится. В общем, сегодня у нас... Какие у нас сегодня будут задания? Что у нас тут на карте имеется? На карте не имеется ничего. Ладно. Вот этот знак вопроса единственное, что мы можем пока делать, к сожалению. Эй, Франклин, иди-ка сюда. Позволь мне скрасить твое одиночество. Что с тобой, Тони? Со мной ничего, нига. Вид у тебя как-то не очень. Ну а ты как? Как бы я бросила курить почти. Все с тобой понятно. Джей все потеряет. Он потеряет дом. Ты воткнешь мне в это. Он твой кузен, нигер. Ты же говорил, что поможешь. Он мне не кузен. Ну тогда ладно. Я ни хрена не знаю по эвакуацию тачек. Если Джей Би не смог... Давай я тебе покажу. Ладно, господи. Давай быстрее, потому что у меня дела. Так, куда мы едем? Грузовик на штрафстоянке, Дэвис. Джей ввязался в это дело. Франклин Клинтон, мы оба знаем, что ты на меня взглядывался. Ты точно под кайфом, я смотрю. Говори же, я завязался, ты делаешь. Еще друг мне помог тут один... Драйвер? Ой, какой драйвер? Идем. С видеокартой. Немного ускорить ее, так сказать. И вот я хорошую графику поставил и... Я думал, что знаки вопроса трогать не обязательно. А вот, оказывается, наоборот. Походу, задания следующие доступны не будут, пока мы это не пройдем. Тут полно вопросительных знаков, на самом деле, будет, которые не обязательно трогать. Просто если хочешь бабок побольше заработать или уважение и так далее. Но, в принципе, их не обязательно вспомнить. На сюжет особо не повлияет. Ой, да она побита вся. Back it up nice and steady.
Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Так вот вилять, что ли, будем, как хвостом. Oh, hell. So I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Now, where is... Выполнили одолжение. Изнутри грузовые машины выглядят так. Вот такая вот часть повернута ко мне. И дверные ручки, которые закрыты, блин. На которых так просто не доберешься, блин. О, задания новые появились, отлично. Это у нас кто? Франклин. К Франклину там дома, что ли? Можно отправиться к Майклу. Давайте начнем с буквы F, Франклин. А потом к Майклу перейдем. Все будем делать по порядку. Чередовав все задания. Некоторым людям нужна ваша помощь. Так, да, я знаю. Ох, ёп. Какого хрена? Так, интересно, мой хоть фургон сохранился? Мой сохранился, а вот почему-то у Майкла нет. Дорогая, ну конечно, я просто спасла жизнь Майкла. Знаешь что? Я уже начинаю терять терпение. Я справлюсь, я ведь женщина. Золотые слова. Дорогая, я сделала все, что могла. Ты ведь знаешь, с чем мне приходится сталкиваться. О, сколько же еще, а? Мы и 5 ядров не прошли. Знаю, знаю. Просто спросил. Это же дурная прогулка. Укрепляет тело и душу. Модная вещь. Франк, твоя тезя? Да. Как же я скучал по этой дурине. Она теперь увлеклась прогулками. Что ты? Она же просто охренительно крутая. Пошли. Куда? Нам нужно забрать кое-что за углом. Поговорим по ходу. А что, поехать нельзя? За угол? Вместе с Чопом? Тебе ходить нужно. Ладно. Долговязный ты, скотина. Блин. Отлично, мы идем с собаки. Моя белая тачка исчезла с гидранта. Еще не было. Я же сказал, никаких больше гангстерских разборок в стиле ретро. Я хочу зашипить бабла немного. Будут тебе и бабки, и никаких гангстерских разборок. Просто выглядит будет похоже. Моя тетка будет счастлива. Она только ждет, чтобы я сдох. И заживет спокойно в этом доме. О, я обожаю фургоны. Правда, он грязный какой-то, конечно, весь. Прыгай, Чоп.
go up Vinewood Boulevard. Как он там? Забавненько выглядит. Жалко, что фургон грязный и не красный какой-нибудь. Или какой-нибудь серебристый бы был бы, какой-нибудь такой серенький, темно-серый был. She's straight. It's me and you that ain't straight though, homie. Dog, I know, homie. But look, I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'll be a good hookup fool. We don't need no hookup fool. I know these streets. You know these streets. Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing. Boosting gas tankers, homie? Come on, man. You trying to be some fucking commodity trader or something? Еще этот друг мне помог установить лицензионный Red Dead Redemption 2. Очень классная игра. Очень похожа на GTA, только на Диком Западе действие происходит. Ну, правда, она достаточно гораздо длиннее, чем пятая GTA. No problem. Cash in hand, 2 days time, no killing, nothing. Может, это даже и к лучшему, что он админ. Там целая куча разнообразных заданий, с которыми скучно, может быть, не бывает. Естественно, их можно будет переигрывать. Прохождение по Red Dead Redemption 2 будет обязательно. А может быть, и по первой части тоже будет. Но меня очень сильно молили поснимать по второму. Эй, как дела? Разве крошка? Черт, вот и все. Просто хотел тебя откликнуть. Ничего тут откликать. Такой я же гангстер. И что? Какого черта не ест? Тут миллион таких гангстеров. А что если запихнуть себе в задницу таблеточку экстази? А потом еще умолять. Зайка, это отвратительно. Эй, как оно? Чё за дела гангстерам уже никто не дает? Да пошел ты. Есть чем таким... Заткнись ты, господи. Пошел ты нафиг. А вы вроде вне закона, да? Вы мы такие с расписных масках. Чё, нигер, ты чё, стукач, что ли? Да пошел ты, короче. Давай, его надо... Его нужно догнать. Походу. На фургоне догнать-то тяжело достаточно. Фургоны ездят медленно. Но зато на них меньше шансов У них шанс гораздо меньше перевернуться. А то легковые машины заносят. Дрифт очень легко сделать на них. Это не очень удобно, может быть. Спецспособность полностью заряжена, может ее активировать. Куда? Я не ту кнопку нажал из-за этого. Ничего, сейчас я вам устрою тут. Он едет быстрее меня. Потому что он на мотоцикле, я в фургоне. Ладно, спецспособностью потом воспользуюсь. Ох, ё-моё. Ему кажется хана. Бери чопа и беги за этим придурком. А ты чё тут расселся? Давай, чоп, хватай его за задницу. Where are we taking you to?
Бег повышает вашу выносливость. Это очень хорошо. Отгрызи кусок от него. Почему он спокойно может бежать? Ох, твою же мать. Давай, малыш, найди этого придурка. Можно играть за Чопа, серьезно? А, можно увидеть мир его глазами. Прячься в поезде, мальчик. Откройте вагоны, чтобы проверить, не прячется ли в них этот чувак. Ты тут? Нет, нету его здесь. Руки до горы давай. И здесь его нет. Но он схватился за цистерну. Чувишь запах этого ублюдка, да? Где он, малыш? Ну где он? Давай, ищи! Живо! Искать! Давай! Эй, ты чего это там унюхал? Не мы не это ищем. Чё это? Да. Что это он делал? Боже мой, как тебе не стыдно, фу. Я тебя и этим-то дрессировал, блин. Давай, ищи, кого надо, а не делай чудеса, блин. Это, по-моему, не собака, это пес тоже, по-моему. Гомосятину тут разводишь. О, да. С тобой скучно-то здесь не бывает. Ну-ка, вылезай давай. Ага. Боишься собак, нигер? Стой. Эй, а ну-ка иди сюда. Я хочу, чтобы ты связывался с кентами. Сами по себе. Полезай в фургон, ты кусок говна. Это лома... Черт, это дело. Давай, Чоп, следи за ним. Чё подрессировать надо, чтобы он такими дурными вещами не занимался. Это да. Shut up, man. You ain't recognize me. I knew it was you before you took that flag off. You always been dumb, Lamar. Really? Well, I guess that means we gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. Как они там себя ведут? Pick up shit. Flag's gonna be on you before you can even move, nigga. Все замечательно. We got your boy. You calling him on a cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a second. We want 40,000. Is pay me or pay the funeral director, motherfucker? What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. Да пошел, короче. Дай-ка сюда этот телефон. I'll be seeing y'all soon. The only reason you've been seeing shit, cause we went easy on your ass. Вот только ты в задницу пожалей, не забывай про это все. This is bullshit. Take me down the cut. Man, what
the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. Alright, motherfucker. Приехали. Засранец. Да сам ты засранец. Копы тебя тоже будут искать. Как же страшно. Я ведь гангстер. Я сам за себя могу постоять. Чоп. Ну теперь давайте направимся к Майклу. Сколько там до него ехать? Довольно далеко, но ничего страшного. Можно запросто здесь вызывать такси и ехать быстро, но не бесплатно. На карте вот такие вот кружки появляются. Это те прохожие, которым помощь нужна, по-моему. Красные точки - это враги. Изображены те чудаки, которые хотят на нас напасть. Послушай, ты был мне как сын, сотрудник месяца. Для тебя это ничего не значит, а? Чувак приставил мне пушку в затылку. Никакой преданности, никаких принципов. Лучше бы ты принял пулю. Мой бизнес совершенно законный, а ты в дерьме. По уши. Я полтора баксов. Эй, ты! Останови его! Уйди с дороги! Майкл, успокойся! Что за хрень? Просто недоразумение, ничего не... Она трахалась в моей постели. Да ты гонишь! Поможешь? Помогу, конечно. Догоним этого чувака. Только не убивай его. Блин, если бы мы бы за Майкла бы сейчас сюда подошли, мы бы увидели, кто это был. Он бы там был бы голый в постели, выпрыгнул бы из окна. Но это ее тренер по фитнесу. Вот с кем она роман нашла. Это измена уже. Hey, let's just keep on going. The fuck is he? Bushy beaver bunch fucking hippie cock! Fuck, man, I think we lost his ass. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Мы найдем его, он живет где-то рядом. На каньоне. Where'd that slimy little white fucker go? It's this track here. Hey! You know one of these fucking houses? Yeah, keep your eye out. You left this car, check it out. Stop. Little up вот there, его машина. Oh, shit, а вот его прячется где. Неплохо. Hey, слышь, ты сбежал. До того, как мы уточнили вопрос. Майкл, ты неправильно все понял. Сразу думаю, что мы вокруг не должны все, да? Грузы есть лебед. Привяжи канат к одному из тех столбов. Ты хочешь его дом разрушить? Этот урод разрушил мой брак. Зачем же делать из мухи слона? Как скажешь.
Таких уроков было дофига и больше. Мне кажется, что он не только удар слева бросил. Ударом Энди стал хуже. Да, просто надо сделать шаг назад, чтобы потом двинуться вперед. Да, думаю, тебе стоит подняться и потренировать удар слева по твоей роже. Твоя негативная энергия меня сейчас просто убьет. О, я очень надеюсь, конечно. Все готово. Ты пришел в мой дом, взял мои деньги и с моей женой тут занимался. Я искренне раскаиваюсь, это было невежливо, да. Серьезно, я виноват. Как это мило с твоей стороны, как благородно. Давай я тебе еще раз поаплодирую. Сраный ублюдок ты. Чувак, вот сейчас посмотрим, как тебе понравится, когда твоя жизнь пойдет под откос. Полный газ. Еще. Сильнее. Во. Давай. Красота. Давай. Сейчас эта красота вся рухнет. О, красота какая. Какая красота. Ну ты даешь. Мы это сделали. Гандон получил. Но мы сейчас точно хотели фигакнуть вот этот сраный дом. Будет знать теперь, как с чужими женами такое дело иметь. Мистер Десанто, какого черта? Это не мой дом. Гонишь. Тело, разве я могу сам себе позволить себе таким втором? Я ж тренер. И видно, сам хлеб зарабатывает. Все, ты забежал. Теперь тебе конец. Труп. Мартин Мандрас тебя прикончит. О, да, вы меня напугали прям до смерти, да. Мартин Мандраса? Пошла ты. Там кто-то за нами едет. Я сейчас разберусь. Езжай, Ес, разберусь с этим. Господи, веди машину ровно, господи, ты чё? Один готов. Походу мы ушли от них. Ладно, поехали. Там дома разберемся. Ты неплохо поработал. Что это такое? Ну-ка, закройся на. Ох, да. My heart ain't pumped like that in years. Yes, fucking A, Bubba. Man, you sound kind of manly. You just been greenlit by the Mexican underworld and back to Los Santos. Теперь за тобой глава мексиканской мафии охотится. Мы их сделали. Мартин Мандраса меня совершенно не пугает. Спасибо за помощь тебе, парень. И думал, что так жарко будет. Стащить дом с холма — это тот еще способ врагу солить. А я думал, что все дерьмо в прошлом. Даже не знаю, что за хрена тебе происходит. Черт, кажется, мы сейчас все узнаем. Вы знаете, кто я? Вы знаете, кто я? А? Нет. Не знаете, да? Кажется, я знаю. Хорошо. Я знаю, кто ты. И знаю, где ты живешь. Как тебя зовут? Франклин. Правда?
No. Так, Франклин. Maybe hell. Может, расскажешь мистеру Де Санто, кто я такой? Кажется, вы Мартин Мандраса? Хороший мальчик. А теперь расскажи ему все, что ты обо мне знаешь. Мистер Мандрасо... Уважаемый бизнесмен. Его по ошибке обвиняли в руководстве мексиканской бандой в Америке и в перевозке наркотиков. Но обвинения были сняты, поскольку все свидетели пропали. А теперь, Майкл... Да что ж ты... Я тебе один вопросик задам. Зачем ты час назад разрушил дом, представляющий собой настоящее архитектурное чудо в стиле Морден? Я думал, что это владелец занимается сексом с моей женой. Странно, что ты не субы... был бы такой дом. А я что-то не подумал. Да уж точно. Виталии теперь придется пожить в отеле. Пока идет ремонт за твой счет, да? Конечно. Хорошо. И мне кажется, ремонт обойдется где-то 2.5 миллиона долларов. Разумеется. Супер. Потрясающе. Давай, чувак. Ты в норме? Как никогда. И что теперь? Хуже с отставкой придется повременить. Давай, ёж мать. Я в долгах под самую макушку. Деньги я умею делать только одним способом. Для начала мне придется связаться со старым другом. Мне нужен Лестер. Думаю, он в городе. Возможно, мне придется его поискать. Я займусь этим сам. Давай, дай немного времени. Конечно. Ладно, придется Майклу выходить из отставки. Снова заниматься грабежами преступностью. Здравствуйте, это номер Лестера Клеста. А кто спрашивает? Кто отвечает? Знаешь, чересчур осторожен, даже для покойника. Майкл. О, ты что-то не весел, дружище. Даже смерть не лишила меня, так ты обаяние. Заходи в гости, старина. Я живу в Лос-Сантосе, как и ты. Мариэра Хайст. Эй, стоп. Как ты... Что? Ах ты ж, черт. Ух, ну ладно, к Лестеру мы направимся уже в следующей серии. Если вам понравилось это видео, то с вас лайкосы и подписосы. А с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на запасной канал и группу ВКонтакте. Всем до свидания.